Это авторская картина от художника Кара. Называется она «Ангел-хранитель» и посвящена всем нашим мамам, которые берегут нас от невзгод, от разных катаклизмов, которые нас защищают своей любовью и самоотверженностью, готовые отдать жизнь за своего ребенка. Написана эта картина в технике многослойная живопись. Размер 180, глубина 3 сантиметра. Холст на подрамнике. Масло. Приурочена эта картина была, написана и задумана ко Дню Матери. Этот ангел охраняет от войны, от природных катаклизмов, от засухи, от голода, от пожаров. Внутри его крыльев солнышко, водичка. Ребенок спокойно играет. Обратите внимание, какое доброе лицо у ангела.